В Рівненской области старатели продолжают незаконно добывать янтарь, а правоохранители их задерживать. Сегодня в областном управлении по защите экономики отчитались, разоблачили группу, которая занималась нелегальной добычей янтаря. Входили в нее 12 человек. Организаторами были двое жителей Дубровицкого района, которые наняли 6 старателей. Безопасность бригады обеспечивали работники лесной охраны. Правоохранители провели обыски по месту жительства и на складах. В одном из помещений наткнулись на подпольный цех по обработке камня. Обнаружили также 1000 долларов килограмм обработанного янтаря и 10 сырца. Нашли и все необходимое для добычи – мотопомпы, буры и пожарные рукава. Изъято имущество на сумму 1 000 000 гривен.